на канале Эверой. Поиграем. Всем привет, добро пожаловать на канал Эверой Плей. И мы продолжаем проходить Мэдисон. Приятного просмотра. Кстати, знаете, сколько мы уже прошли? Мы уже прошли 82%. Нифига себе, да? За две серии. Неплохо, неплохо. Ладно. Наверное, это будет, получается, последняя серия. Если 82%. Алло? А. Я думал, все. Мы не пройдем уже. Получается, последняя серия. Но если там не будет миллион головоломок, от которых я сильно туплю, то, может быть, пройдем. А может, я поделю, если будут слишком сложные головоломки. Ой, посмотрим, короче. Посмотрите на сделанные вами фото в инвентаре. Будьте начеку, вы будете не один. Я надеюсь еще, что микрофон сейчас работает хорошо. Потому что я его чуть-чуть опять снова поднастрою. Блин, наушники трещат, педобрю. Надо новые купить. И думаю, что будет все хорошо. Вот. Включись. 100% уже. О, все. Так, где мы? На чем остановились? Почему темно? Помогите. Не понял. Закрыто. Кстати, звук надо прибавить. Так, вот. Так будет хорошо. Так, в прошлой серии, короче, мы... Мы открыли дверь с часиками. Она не сохранилась. Я понял. Включаем свет, и у нас открывается дверь. Ну, открываем дверь. Комната с часами. Так. God. Господи. My body. Мое тело. My hands. Мои руки. This is... Это то, what the priest was о чем говорил about. Священник. That thing is... Это создание. Is feeding off. Оно питается мной. What the fuck does this even mean? Что это вообще значит? The house is full of clocks. Подожди, я проверю, там запись идет, нет? Сейчас, секунду. Ага, идет. Все хорошо. Тик-так, тик-так. Так. Часы. Не помню. Заметил? Заметил, что везде показывает без 27? Не знаю, почему я сразу заметил. Это очень странно, я обычно невнимательный, что капец. Ну вот, везде без 27, а тут 25 минут. Пятого. А тут вообще 10 минут шестого. Их надо как-то менять. Когда-то дедушка работал здесь. Закрыто. Фотографии. Так, открываем. А, сейфы были в прошлой серии, точно. Комбинация 9 лево, 11 вправо. Да, я даже писал. 9 лево, 11 вправо. Только вот какой это сейф, зеленый или красный? Сейчас посмотрим. Так, и у нас еще где-то в туалете было. Тоже записка. Ага.
8 влево. Девять влево, 11 вправо, 8 влево. Тихо. Вот. Я только хотел сказать, что мне нравится эта игра тем, что здесь нет внезапных скримеров. На, получи и распишись, блин. О боже. Я только подумал. Да за что игра? Блин, больше не буду ни о чем думать. Нафиг. Не хочу. О боже. Ух. Минус сердце. До свидания. Так. Уф. Я ж забыл. Все. Капец, помогите. 9 лево, 11 право, 8 влево вроде было, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Открылось. Вот оно как. Нифига себе. Окей. Блин, капец, страшно. Хоть сейчас и сколько? 2 часа дня? Но капец. Страшно, что не могу. Джон, сын мой, я уже старый человек, и жизнь прошла для нас всех. Я очень горжусь, когда вижу то, кем ты стал. Я очень счастлив, что ты мне подарил двух прекрасных внуков, Лука и Шанель. Я пишу это письмо, чтобы вы могли однажды понять все, что сейчас творится у меня в голове, и опровергнуть миф о том, что я просто безумный старикан. Бог действительно существует, и также существует и сатана. Всю свою жизнь я сильно старался не веровать, но время наглядно показало мне, насколько сильно я ошибался. Твоя мать совсем не была больна, и я не мог предотвратить ее трагичную кончину. Насколько бы странно это ни звучало, Блюнис реален. Ни один специалист не смог установить причину ее Что за звуки? Причину ее состояния, не говоря уже о том, чтобы подобрать для нее лечение. Не надо открывать, чтобы помочь ей сражаться с болезнью. Как же сильно я хочу вернуться назад во времени и сказать ей «я верю тебе». Окей? Я пытался Сейчас я попью. Давненько не читал ничего вообще, кроме Иванки. Ладно. Я пытался наладить с ней контакт более 15 лет. Я лишь хотел поговорить с ней последний раз. Скоро мы снова встретимся, и я буду молить о ее прощении. Это одиночество напоминает мне день за днем о том, как тяжело это жить без моей без моей самого ценного и любимого в мире человека. Хотя бы я могу увидеть ее лицо в каждой комнате этого большого дома. А книги? Я пытался сжечь ее, разорвать, закопать, но нет смысла даже пытаться. Каким-то образом она все равно возвращается. А это та книга ритуальная, которая там, где статуи, эти ангелы. В любом случае, теперь я пытаюсь держать ее у себя под замками и ключами. Я не позволю истории повториться. А, ну Лука молодец, да. Спасибо тебе за то, что ты являешься тем сыном, о котором я всегда мечтал. Люблю твой отец. Альберт Максво. Лука, Лука! Книгу спрятали, а ты нашел. Молодец. Блин, можно я звук убавлю? Немножко. Мне страшно, капец, не могу. Помогите. Ходит тут это еще. Так. Мы подобрали что? Часики. Куда их ставить? Блин, это тут ходит. Теперь в пол смотри, ходи, блин. Часики. Сюда? Серьезно? Без 27, значит туда. Блин, я не буду вверх смотреть. Нафиг. Все. Я как вот это вот увидел. То, что мы здесь не одни. Вот. Все. О боже. Как же меня трясет.
как же меня трясет, помогите! Я не хочу больше играть. О боже. А почему оно нам мешает? Мы же наоборот ритуал хотим сделать, нет? Так, 20. Сюда. Допустим. Где-то еще более неправильно. Вот здесь. Подожди. Так, ну тут мы правильно поставили. И это сейчас надо по всему дому ходить, вот эти вот менять. Вы чё? Мы тут не одни. Блин. Теперь в пол всегда смотри. Ёлки-палки. Ладно, не буду. А то скажешь еще. О, трус. Пожалейте меня, у меня сердце не такое крепкое. О, боже. Я сейчас не там. Представляете, как страшно. Я аж вспотел. Сколько прошло там от видео? 5 минут? А я уже все. Куда ставить-то? Пять часов 10 минут. Ой, мы надолго здесь. Двенадцать двадцать пять. Да блин. Где еще были часы? А типа теперь это везде будет, да, ходить за нами? Ну, весело. А где ангел? А, ангел все нас покинул. Почему так тихо стал? Вот еще. О, вот то, что нам надо. Восемь двадцать. Мне очень страшно. Очень, правда. Так, ну здесь все правильно. В общем, что-то у меня голос срывается, прям беда. Я запишу сейчас. Нам нужно 13.30. Сейчас запишу. 13.30. А то мы сейчас будем тут 2 часа бегать. Да? Да. Затем нам нужно... Не надо. 11.55. Все. А, нет, не все. И 20-20. Чувствую, где-то мы неправильно поставили часы. Прям чувствую. Так, что у нас там? 8-20. А у нас есть. 18 у нас есть. Хорошо. Это у нас... Без 29. 7.45. А. Так, что мы поставили? 20-20. Тогда это вычеркиваем.
Осталось 13.30 и 11.55. Блин, сейчас опять кто-нибудь вылезет. Чтоб ее. На чердак нам надо. Не вылазь. Голову не поднимай. Блин. Не поднимай голову. Вот сейчас выйдет. Она везде. Так, это у нас... О! 11.55. Да. 11.55 есть. Еще где-то есть. Так, 11.55. Сейчас установим и вычеркну. Не надо. Я буду заново ходить. Нафиг. Так, 11.55. Окей. И осталось час 30. Пол второго. Блин, наверное, там, где в начале я взял и переставил. Я не буду поднимать голову, нафиг, ты слышишь вообще? Дверь закрывает, появляется туда из ниоткуда. Вы хотите, чтобы у меня случился инфаркт? Я и так заикаюсь уже из-за этих хоров. Хватит, с меня хватит, с меня довольно. Так, это не то. Окей. Где-то здесь. У вас есть часы? Часы есть. Пс. Нет. Где еще были часы? Ходит, пукает тут. Вот тут были. 12.25. Нам надо 13.30. Не то. Это не то. Тут есть часы. Тут нет часы. В подвал, что ли, идти? Не надо закрывать. Я не пойду в подвал. Короче, видимо, там. Ходит, пукает тут. Ненормально. Ой, как же мне страшно. Вам смешно, а мне страшно. Ну, а кто бы сомневался. А если вот ночью в это играть? Разработчики вообще больные. Все, нашли. Ура. Можно присесть, кстати? Нет, нельзя. А то, может, она реагирует на шум? Власти ты еще нет. Турб. Пойдем. Последнее ставить. О боже, вы с ума сошли?
фотку. Что происходит? А, я звук прибавил. Не слышу. Помогите. Кукушки с ума сошли. Дверь открылась? Что делать? Сфоткать? Так, в прошлой серии, кстати, у нас было вроде 0, да? Вроде 0. Теперь 6. Хорошо. Я помню. Часы. Похоже, что он так и не закончил. Что-то повесить сюда надо. Недоделанные часы. Ты мне предлагаешь это делать? Или что? Сюда нужно что-то повесить. Почему нет? Идеально, мне кажется. Кассеты не слушать. Подожди. Куда-то их поставить надо. Блин. I can't take this anymore. Не могу, я не могу так больше. I just can't. Просто не могу. My whole body is going. Всё моё тело немеет. Why is this happening? Почему это происходит со мной? Это должны быть комбинации или что-то в этом роде. Почему потемнело, блин? Алло. Закрой. Все. Так, в общем, 6 влево. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 вправо. 1, 2, 3. 2 влево. 1, 2. Ладно, давай наоборот. 2 влево. 1, 2. 3 вправо. 1, 2, 3. 6 влево. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нет? Почему? Давай еще раз. Смотрим. Внимательно. 1, 2, 3. Или эту стрелку тоже надо считать. Вы не подумайте, что я посмотрел прохождение прям полностью. Нафиг оно мне надо. Я хочу немного и сам подумать. Нет. Я смотрел только вот именно вот этот листочек. К чему он? И все. Я думаю, что вот эта стрелка внизу, вот где она, блин, курсора нету. Ну, короче, откуда вот начинается вот эта линия, каждая красная отметка, она считается. Тогда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, влево, 7 влево. Вправо у нас 1, 2, 3, 4, вправо тогда 4. Угу. Влево. 3. 3 влево. А может наоборот. Середина идет. Потом дальше. Ладно. Сейчас. Попробуем. 7 влево. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 вправо. 1, 2, 3, 4. 3 влево. 1, 2, 3.
Нифига там денег. Чего? Джонни? Откуда столько денег? А, ну это сейф. Логично. Логично, что в сейфе хранятся деньги. Дебил. Ладно. Чего мы подобрали? Джонни, ключ. Откуда? От комнаты Джонни. Логично, логично. Пойдем. Не надо власть нападать, окей? Дай мне спокойно дойти до комнаты Джонни. Блин, полчаса уже серия идет. Надо бы заканчивать. Да, это комната Джонни, нифига. О, нет! Раньше это была комната отца. Что здесь произошло? А, у нас же есть крузик. Окей. Так. Мышка. Да, мышка. Слушай. Крольчишка. Акулишка. Змеишка. Окей. А это кто? Верблюд какие-то. I'm carrying too much already. Я и так слишком. Что это? Блюниз. Что это? Блин, опять ее портрет. Капец, они страшные. И как-то решать? In order to save the bird, the rabbit jumped into the air, leaving all her friends behind. The snake below the bird remained, while the shark in the depths is planned aside. А, чтобы спасти птицу, кролик подпрыгнул в воздух. Гениально. Оставляя всех своих друзей позади. Змея под крысой осталась, пока в глубинах акула сотворила этот план. Вы думаете, я что-то понимаю, да? Нет. Нет. Нифига не понимаю. Какой кролик? Какая птичка? Что-то меняется. Блин, можно дверь закрыть? Спасибо. Кролик подпрыгнул. Воздух. Тогда ему надо самое тяжелое. Возможно, он от этого подпрыгнул. Логично, логично. Змея под крысой осталась. Змея осталась под крысой. У нас больше нет. Часы есть. Что тут случилось? Да? Там подсказка? Чё там? Ничего не вижу. Ага. Нифига.
что? Я тебя сейчас добью. Я тебя добью сейчас. И ты мне скажешь, как это решать. Нет, не скажет. Вот, блин. Ладно. Давайте оставим это на следующую серию. Может, я и посмотрю, как это решается. Иначе мы тут надолго. Иначе мы тут очень надолго. Вот. Пока все. Хватит на сегодня. Спасибо большое за просмотр. Хорошего вам дня. Хорошего настроения. Всего вам самого хорошего. Все, до следующей серии. И пока-пока. Левой, правой, ну-ка на канал зайди. Па-па-па, видос ты посмотри. Левой, правой, на канале Эверой.